Всем привет, ребята! Вы на канале Family Blog, и сегодня мы будем распаковывать эту большую посылку, которую мама выиграла в Инстаграме. Открываем. Ого, ничего себе. Открывай. Вообще, помогай. Эти две книжки весят полтора килограмма. Видно. Он, я думала, они поменьше. Какой пакет огромный. О, давай нам пакет. Они в упаковке еще. Здорово. Что это за книжки? Давай покажу. Их еще раз показать. Так, это две части. Детский Пьер распутывает дело. Погоня башни лабиринтов. Здесь сказано было, что логические всякие задачи. И вот это тоже. В поисках похищенного лабиринта. Это вторая часть. Ну, вообще огромная, формата А3. Вдруг это наоборот. Сейчас Аринка откроет. Издательство «Миф детства». Так, интересно, что тут у нас есть? Башня лабиринтов. 2018 выпуска. Ух ты, сколько здесь ярких картинок там я вижу. Ух ты, ничего. Вот, тут задания, всякие логические задачи. Ух ты, прикольно. Ну, в общем, на каждой странице какие-то задания и лабиринты проходить. Интересно даже. А вот это вторая книжка. Так красиво. Шикарно. Например, почитаем одно задание. Я открыл вольер с обезьянами, и теперь они на свободе. Переходи в следующую задачу, когда поймаешь 5 обезьянок. Здесь надо найти 5 обезьян. Да. Здесь именно таких, получается, надо найти. Здесь показано на картинке. Да. О. Ну, в общем, прикольно. А здесь что? Интересно то, что тут много ярких картинок. Артуру, кстати, очень понравятся эти книжки. И они большие-большие. Ну, в общем, прикольно. Вот уже Аринка будет заниматься. Раз, два. Ну что, вот такие книжки. Очень прикольно. Аринка будет заниматься. Все. Вот такой вот супер выигрыш от меня. Ну, здорово, мы очень рады. Если вам понравились эти книжечки, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока. Пока-пока.